А то их накрывають покривалами. Та ти вже сказав, що вже не надо бухати, а тут. То ж другий варіант, щоб мені це дірі за те, що просто сольдя. Тут речі. После соломки отмываем от сажи. Ну и от мелкой соломы. Жир внутренний. Ножки. Ручки.
Так это сразу определил, что не сильно. Не, ну это и видно, что он же круглейший будет. По заднице ж видно. Выделяется формы, да? Ну, да. Обрезки мы не выбрасываем, а крутим с них котлеты и делаем колбасу для себя. Планируем и на продаж в будущем делать, но пока нету, не остается мяса и сала. Сейчас Андрей нам зарежет, а потом поедет еще двум будет сегодня резать. Так что, друзья, кому надо, пишите в наших районах услуги резчика или резника. А вчера Андрей поехал 10 штук обваляхал до обеда и уехал, да, Андрей? Да, было такое. 10 штук, друзья! И во сколько ты освободился, Андрей, вчера? С 9 до полтора. С 9 до полтора 10 штук. Так вроде бы одна партия, да? Ну вот, братья кабанчики, а разница есть. Ну, гены. Ну, гены. Папа, то мама. Да, держи. Шкурку. А, вообще сало тоненькое. Что снимаешь, блядь? Андрей, а сколько ты берешь за услугу резки? Ну вот это забиваешь и там разделаешь. На данный момент 600 гривен. 600 гривен, друзья. Так что, друзья, 600 гривен. Он приезжает, сам вывел, привязал его по шее, класс. 2 часа и готово. Ну да, если взять весь процесс с кофеями, новостями, что нового, 2 часа. Так, а что я? Голяшку, наверное. Голяшка, сало. Голяшку и сало, да. Точно. Думаю, что я. И печень. Так, сало и голяшка. Коты напали на мясо. Рычать.
попытай. Груша скучает. Опа, почеревенька пошла. А что ты? Брата зарезан. Сейчас. Музыку стоят, не чинить. Тазик.
Зачем ее будут рубать? А, да? Вытяни ее, хай она стекает. Давай... Не надо, зай, порубай лучше. Вытяни из воды. Друзья также написали в комментариях, что надо ребра вверх ногами рубать, ну типа мясом кверху. А Андрей в прошлый раз рубал костями кверху. Сейчас попробуем наоборот, по вашим советам. Суть не меняется. Ну а может так мягче или нет? Ну грубо говоря, то же самое. Андрей ваши комментарии просматривает, берет что-то во внимание. Все комментарии читаешь, Андрей? Практически да. О. Так что вы не думайте, что вы пишете, а он типа не видит, не читает. Пишут, Андрей, респект, уважуха. Все? Все. Мне нравится этот парень. Так, ну вот, грубо говоря, закончили. Значит, что у нас? Вырезки, кости,
голяшки, ножки, ребра, два коста, две лопатки, печенка легкие, головешка, сало с мясом, ну то есть дорогой вариант, с прорезью, вообще исключительно, есть двойная прорезь, двойная прослойка мяса, то есть супер вообще получается. И сало без мяса. Сала очень мало и тоненькое. Есть сантиметр, есть полтора сантиметра и есть 5 миллиметров. Ну, я вижу даже по лоткам, что сала очень мало. По ценовой политике. Просил меня подписчик, скажи, почем что продаешь. Голова. 25 гривен килограмм, сало, ну подчеровина, сало с мясом, с прослойками, дорогой вариант, 120 гривен килограмм, вот такое сало, без мяса, без прослоек, тоненькое, 65, сейчас будем продавать, сегодня на данный момент, внутренний жир точно не помню, именно по внутреннему, почем бабушки берут. Все мясо, два задка, две лопатки, вырезка это вот подсюда, 135 гривен килограмм, ошеек, сейчас я отрежу так и так, 160, по-моему, 160 или 180 мы продаем. Вот или 160, или 180, не помню, ошеек. Голяшки. По 60 гривен килограмм. Ножки по 20 гривен штучка. Кости. 25 гривен килограмм. Так же самое, как и голова, 25 гривен килограмм. Обрезки, по-моему, тоже гривен по 25. Ну, вот эти вот все обрезки. Ребра. Ровно 100 гривен килограмм. Это на сегодняшний день. То есть у нас сегодня пятница. Видео вы будете смотреть в субботу. То есть за вчерашний день это такие цены. Бывает колеблется, бывает чуть меньше, чуть больше, там буквально на 10 гривен. Ну вот так. В этом кабанчику по весу я в Андрюхе спросил, у меня же веса не работают. В Андрюхе спросил, сказал килограмм 150-160. Ну, то есть такой обычный средний вариант. 150-160 килограмм полностью живым весом. А самим тушей, самим мясом сколько вышло, мы не взвешиваем. Оно нам не надо, то есть сколько мясом вышло. Я так посмотрел по выходу сала, что сала вообще нема. Тут вообще получается половина лотка. Этого чуть больше, тоненького. И все. Вот такие мне нравятся. Сейчас привезу. В машину загружаю, отвожу. По прозванию или кто что заказал, приехали, забрали, все, нема кабана. По реализации записываем заранее, у нас уже список есть. И то даже каждый раз переживаем, хоть бы всем хватило. Приезжаем, буквально там 2-3 часа, разобрали, все, я поехал, сутки забрал в магазин и домой. Продаем в своем магазине. Вот так. Всем пока. Удачи.